Доброе время суток, друзья! Вы на канале Hardress от Enfa, а перед нами Xiaomi Mi 10 Pro. И в этом видеоролике мы вам покажем топ фишек камеры данного устройства. Во-первых, зайдя в камеру и в камере нажав справа сверху на три палочки, мы заходим в настройки. Здесь в настройках обязательно включаем пункт, который называется формат HAVE. Если мы его включаем, тогда наши фотографии на нашем телефоне занимают где-то на 30, а иногда даже на 50% меньше мест на диске, чем занимали до этого без потери качества. Из минусов то, что с таких фоток нельзя удалять водяной знак, нельзя делать живые фотки, а также некоторые маленькие сайты и маленькие приложения могут не видеть фото в этом формате, но не парьтесь, сейчас 99,9% всех сайтов и приложений уже оптимизированы. Делаем то же самое, только с пунктом видео. Для этого мы заходим в меню видео, заходим в те же настройки, и здесь выбираем пункт, который называется видеокодер H265. То же самое, что HEVC, только уже с нашим видео. В пункте фото также мы пропустили пункт, который называется искажать широкоугольное искажение, а также исправлять искажение лиц на групповых фото. Часто бывает такое, что когда вы делаете фотку на ширик, получаются какие-то косяки, какие-то размытия, какие-то искажения и так дальше. Особенно если вы делаете фотку на ширик, и человек стоит вот так вот как будто в углу камеры, и там получается просто какой-то кошмар, телефон все это может исправлять при помощи искусственного интеллекта. Очень даже полезно. Плюс, поставив галочку «Сканировать QR-коды», нам достаточно всего лишь навести с камерой на QR-код, и он у нас откроется. Здесь есть пункт, который называется функция кнопок громкости. Выбрав пункт приближения, мы можем, смотрите, зажимаем кнопку увеличения громкости, телефон приближает картинку. Уменьшая нашу громкость, телефон может картинку отдалять. Причем здесь у нас зум работает вплоть до 50x. Ну просто какое-то чудо, посмотрите, насколько сильно он зумит. Если мы это делаем вручную вот таким вот образом или вот таким вот образом, это все получается неплавно. Если мы делаем это при помощи кнопок громкости, мы делаем все это плавно. Дальше вы в пункте настройки выбираем еще раз пункт настройки. Или же заходим в пункт «Еще», и здесь, только здесь нету, в верхней части иногда есть вот такой вот значок, который тоже помогает нам закинуть в настройки, но нет. Здесь заходим в настройки, это персонализация нашей камеры, здесь можно поменять ее цвет, расположение функций, звуки и так дальше. Расположение функций. Давайте уберем отсюда портрет и добавим режим «Ночь». Нет, хочу режим «Ночь» вот здесь, вот справа от пункта «Фото». Смотрите. Теперь у нас здесь ночь вместо портрета. Это еще не все настройки. Дальше мы можем убрать пункт «Еще». И давайте сразу поменяем цвет. Поставим какой-то себе, к примеру, вот такой вот более морской. Звук не будем трогать, звук затвора лучше вообще выключать. Теперь, во-первых, у нас вся камера не оранжевая, как была раньше, а такая какой-то морской бриз, не суть важно. Смотрите, а пункт еще пропал. Чтобы зайти в больше режимов, надо свайпнуть по камере вверх, и видим все наши режимы. В этих режимах есть очень много крутых, соответственно, наших режимов. Во-первых, суперлуния. Во-вторых, двойное видео вы можете снимать одновременно и на переднюю, и на заднюю камеру. Смотрите, очень круто. То бишь, вы можете снимать там, к примеру, видео, что находится перед вами, и свою реакцию сразу. Когда мы делаем какую-то фотку, мы ее открываем, нажав на вот этот вот пункт, можем ее обработать. Давайте я сфотографирую какой-то объект, чтобы оно выглядело покрасивее. Я фотографирую, к примеру, вот таким вот образом. Давайте возьмем теперь нашу камеру. У меня камера немного запачкана, поэтому качество, конечно, пропадает. Во-первых, смотрите, водяной знак, его можно удалить. Для этого нажимаем на вот этот вот пункт. И, мы включили режим HAVE, и здесь нельзя удалить водяной знак. Помните, я вас предупреждал, так что уже вот минус. Но в этом пункте мы видим множество настроек камеры. Здесь есть эффекты, уровни и так дальше. Можно при помощи ластика что-то удалить. А можно ли удалить при помощи ластика водяной знак? Можно, вообще прекрасно. Смотрите, мы выделяем вот это вот полоску, и она вот так вот сейчас удалится. Давайте всю выделим, чтобы прям идеально все удалилось.
бам, будто бы ее вообще не было. Посмотрите, как круто этот режим работает. Можем удалить людей, можем что-то нарисовать и так дальше. Возможностей очень много. А в нашей камере, нажав на вот этот вот пункт, мы заходим в Google Lens. При помощи Google Lens мы можем также сканировать QR-коды, можем переводить текст с фотографии, переносить текст с фотографии на наш телефон, искать какой-то объект. Вы можете сфотографировать машину, телефон скажет, что это за машина, можете сфотографировать одежду, телефон вам скажет, что это за одежда, где ее купить, сколько она стоит, и покажет похожую одежду. Этот пункт умеет решать домашние задания и всякие самостоятельные, так что очень-очень-очень даже полезное приложение. Да и в принципе на этом все. Больше видео об этом устройстве ищите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк, и всего хорошего. До свидания.